Сегодня вечером балаковцы смогли стать участниками необычного шоу. Накануне турнира по ММА «Волжский рубеж» бойцы, которые уже прибыли в наш город и даже успели провести тренировки в зале «Фитнес-лайфа», устроили дуэль взглядов. Традиционно такие дуэли, конечно, не решают исход соревнований, но привлекают внимание зрителей к турниру. Среди публики были разыграны билеты на турнир, однако основные сюрпризы, заявленные организаторами, начались ближе к середине мероприятия. После взвешивания нескольких пар участников к весам пригласили пару девушек, которые 17 декабря сразятся на октагоне. Ну а затем публика буквально взорвалась от восторга. Чернокожий представитель Сенегала Лаха Фае вышел на показательное взвешивание в очень хорошем настроении. Его соперник – балаковец Александр Титов, который уже известен любителям смешанных единоборств. Эта пара бойцов выйдет на октагон в титульном бое турнира уже меньше, чем через сутки. Напоминаем, 17 декабря в 18 часов в СК-форум состоится турнир по ММА «Волжский рубеж». Не пропустите самый ожидаемый турнир года. И сразу после турнира смотрите полную версию боев на канале «Балаковский репортер». Подписывайтесь на наш канал на YouTube и в группу ВКонтакте.